Недорогие смарт-часы с внушительным набором функций. В этом видео поговорим об умных часах Amazfit Bip 3 Pro. В комплекте с устройством прилагается магнитная зарядка и пользовательская документация. Корпус умных часов выполнен из розового пластика, а дисплей покрыт закаленным стеклом, благодаря которому он будет меньше царапаться. Диагональ экрана составляет 1,69 дюймов. На таком приятно рассматривать циферблаты и уведомления. Глаза напрягать не придется. Несмотря на неброский дизайн и скромный ценник, часы не сильно отличаются от флагманских моделей бренда по функциональности. Они поддерживают более 60 типов тренировок, позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений 24/7, мониторить качество сна, менструальные циклы и фертильность. А еще эти часы можно не бояться брать в бассейн. Стандарт защиты до 5 атмосфер позволяет использовать их на глубине до 50 метров. Операционная система Zep OS поддерживает установку сторонних приложений и предлагает множество предустановленных программ для отслеживания активности, календари, будильники и так далее. Приложение для управления часами доступно как для Android-смартфонов, так и для iOS. Время работы заявлено до 14 дней, но в зависимости от использования функций, датчиков и режимов, этот параметр может быть ниже. Таким образом, перед нами недорогие, но очень функциональные умные часы, которые подойдут не только мужчинам, но и женщинам.